Путина в отставку! 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 Мы, народ России, считаем, что Путин Владимир Владимирович не исполняет в полном объеме взятые на себя обязанности президента России, не реагирует должным образом. Уважаемые граждане, потише, не реагирует должным образом на народ его выбравший, отстаивает интересы группы олигархов, а не своего народа, который якобы его выбрал большинством голосов. В этом лично у меня уже очень большие сомнения. А значит, президент России Путин Владимир Владимирович утратил доверие народа его выбравшего и должен быть отстранен народом от занимаемой должности. Срок до 1 сентября 2020 года. Мы считаем, что должны быть досрочно проведены выборы президента России согласно федеральному закону, и за роль управления страной должен стать честный и ответственный человек, не боящийся своего народа, а уважающий и любящий его, как отец любит своих детей. Резюме. Отстранить президента России Путина Владимира Владимировича 1 сентября 2020 года от занимаемой должности в связи с утратой здоровья.